Приветствую вас. Усилить, конечно, можно чувства и можно раскрепоститься, если определить и раскрыть причины вашей стеснительности, например. Ведь эта стеснительность, она пришла к вам не во время отношений с мужчиной, она пришла к вам раньше. И вы абсолютно точно можете испытывать оргазм, потому что как бы самостоятельно, да, себя довести до него способны. Значит, речь идет исключительно о том, что вы сняете своего мужчину, сняете себя, и, соответственно, в этом есть вся проблема. Зажатый страх, стеснительность, может быть, какие-то установки, может быть, какие-то детские травмы, может быть, в целом отношение к сексу, вот. Что-то здесь, что-то из этого, может быть, что-то несколько определяет ваше текущее состояние. Вот, я думаю, что очень важно, на что вы направлены в секс. То есть, если, допустим, вы направлены на то, чтобы доставить удовольствие своему молодому человеку, или вы направлены на то, чтобы обязательно, грубо говоря, испытать оргазм, то, конечно же, ничего у вас не получится. Но так, а откуда это чувство, что вы должны? Почему вы считаете, что должны? Почему вы считаете, что вы, там, например, обязаны, да, обязаны достигнуть оргазма, например? Вот, то есть эти мысли, которые у вас возникают, их нужно исследовать, их нужно исследовать, их нужно корректировать, и, на мой взгляд, направлять в конструктивное русло. Вот, молодому человеку тоже, возможно, следует вести себя как-то по-другому, вот. А, на мой взгляд, квинтэссенцией того, что вы пишете, является то, что, значит, вот вы хотите, желаете, да, проявить инициативу, например, в сексе, а у вас что-то атрофируется. Тут, на мой взгляд, это происходит не случайно, на мой взгляд, это происходит из-за того, что для вас это чересчур важно, вот. Понимаете, какая штука? Значит, то есть очень важно понять, какое значение для вас имеет секс, собственно говоря. Очень важно понять, что именно вы вкладываете секс. Вот. Так что, на мой взгляд, это такая вот история. И мне
кажется, что вот нужно именно в этом направлении вам смотреть. Вот. Нужно больше исследовать себя, свое тело, разговаривать, возможно, хотя, может быть, вы это и делаете. Вот. На данный момент это то, что у вас как бы наступает блок. Блок против секса, то есть блок на какие-то импульсы. К примеру, здесь вступает в силу негативный родительский сценарий. Повторюсь, как правило. Вот, что, в принципе, тоже нужно разбирать. Тут нужно разбирать, какое у вас отношение с родителями, какие у вас отношения с родителями. Вот они у вас, судя по всему, достаточно строгие. Вот, иначе вы не были бы стеснительны, да? Вот, ну и, соответственно, то, что вы сами говорите об этом, что вы до сих пор стесняетесь, ну, это, на мой взгляд, тоже показатель. Достаточно хороший показатель, потому что если вы до сих пор стесняетесь, то это означает, что вы напряжены. Вот. Так что, так вот. Не обойдусь я без банального совета и точнее рекомендации, скажу, что не нужно вам, попробуйте, точнее, не удовлетворять себя вообще никак. Вот, попробуйте просто вот максимально увеличить время пребывания без секса своего. Вот. Я уверен, что это сыграет свою роль. То есть, когда вот вы уже не можете вообще... вам будет очень сильно хотеться, но вот, я уверен, что это свою роль сыграет. Ну, в сексе нужно ориентироваться на себя, а не на молодого человека, то есть на то, как нравится вам, а не как нравится ему. Думать нужно в сексе о себе, а не о нем. Вот. То есть, в первую очередь. А вот, в принципе, такой момент. Обычно люди, которые стесняются, они часто озабочены тем, что это будет некрасиво, это будет неправильно, вот. Эрик Бёрн описал такой феномен, как родители в постели. То есть это когда вот вы вроде как занимаетесь сексом, но как бы подсознательно боитесь, знаете, подсознательно чувствуете на себе взгляд своего родителя, который смотрит на вас, осуждаешь. Вот. То есть, с одной стороны, секс ни в коем случае нельзя придавать чрезмерное значение, да, то есть, ну, чересчур много. С другой стороны, секс нельзя недооценивать себя и свое собственное удовольствие. Вот, это... очень важные моменты все, которые, я надеюсь, вы для себя обязательно пересмотрите и которые вы для себя обязательно проработаете. Вот. Что касается любви к молодому человеку, то здесь не подвергаю сомнению то, что значит, вы его любите, да? Вот. Значит, не подвергается сомнению то, что вы его любите. Я все же хотел бы, чтобы вы... получше определили свои чувства, то есть, ну, что за чувство у вас, как оно проявляется, чувство, ну вот, ну вот разобраться в нем несколько лучше. Вот, в принципе, такая история, такой момент, надеюсь, что
это вам было полезно. Обращайтесь желательно вместе с парнем на индивидуальную, на работу индивидуальную, ну, то есть на консультацию полноценную, вот, может быть, сперва поговорим вместе, вот, потом, может быть, с каждым из вас, да, пообщаться, потому что это вот ваше такое сообщение о том, что мужчина очень хороший, заботливый, понимающий, с ним я чувствую себя комфортно, но это, знаете, как такое впечатление, что вы нашли себе раковину, да, вот, и в этой раковине, ну, продолжайте находиться. Вот. Такое у меня возникло ощущение, по крайней мере. Вот, так что ваши отношения тоже не, нужно бы разобрать, вот. А, вот, в принципе, то, что можно вам сказать, исходя из того, что вы написали, надеюсь, что помог вам. Понимаете, до ответа недостаточно, но тем не менее. Очень важно отследить, что вас отвлекает. То есть, понимаете, как бы очень важно понять, что вас отвлекает и на что вы направлены. С вами поисследуйте. Я уверен, что какие-то результаты вы обязательно получите для себя. Вот. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.